Меня зовут Нурилаев Рустам. Я приехал из города Перми. Живу в Узбекистане. В 16 лет я начал работать по железу, по ковке. А потом уже перешел на ювелирную ковку. У меня талант, не знаю какой, но я буду сегодня показывать самый маленький плов в мире. У нас в Узбекистане есть люди, которые поставили по самому большому плову. Там уже 7 тонн 360 килограмм, как я слышал, как я знаю. А про самый маленький плов никто не подумал. Встреча, я... Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, вас зовут? Рустам. Рустам, очень приятно. А вот очарование рядом с вами стоит. Помощница моя дочь. Все, Рустам, мы ждем вас на сцене, желаем вам удачи. Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Рустам. Сегодня я хочу приготовить самый маленький плов в мире. Ну, вы готовы? Постараемся сделать. Вы нас заинтриговали, мы ждем. Давайте. Рустам, у меня такой вопрос. У вас очень мелкие, я вижу, инструменты. Это что? Казанчик? Это два ножа, которым я резал. Начинать? Да. А мясо вот какое сейчас у вас? Положить мясо. Говядина, баранина? Нет, баранина. Настоящий плов из баранины. О-о-о. А вы нам какой плов приготовите? Домашний. На следующее шоу побольше, пожалуйста. Хорошо. А то нас трое, а тут такой легион, такой казан. Отсюда всем хватит. 8 человек кушали, половина оставалась. А этот казанчик вы изготавливали сами? Да. Все сам делал. Там еще крышка от казана. О, боже мой. Даже звук такой же. Видите, пахнет, ой, жареное мясо, пловом пахнет. А это что? Это морковка. А там место осталось для риса? Да. О! Так как у меня все было соленое, я сюда соль ложить не буду. А что у вас соленое? Например, рис отмачивал в соленой воде, мясо тоже в соленой воде минуты две подержал. Если я сейчас посолю, будет пересол. Повезло вашей жене? Стараемся. Здесь мерка на 7 грамм. Я хочу поставить типа и рекорд тоже. Плов вот у нас почти уже готовый. Да, кипит. Плов готов? Блюдо готово. Ну, тогда угощайте. Сейчас? Эх, снохи, несите морковь на плов. Вот, вы слышите моих снох? Ну, в моем случае не снохи, а свояки. Подождите. И вправду запах плова. Так вкусно. Настоящий плов. Давайте я предлагаю перейти к вердиктам без комментариев, потому что комментарии уже были. Алло, далеке? Рустам, вы меня удивили. Да, дорогой. Ну что ж, я тоже говорю да. Спасибо. Две тарелки плова. И как я могу сказать нет? Конечно да. Же да. Поздравляю. Добрый прима. У вас три, да? Мы вас ждем в следующем туре. Да,
Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.